Вот так теперь выглядит автомобильная дорога на улице Пионерской городского поселения Загорянский. В этом году она вошла в областную программу строительства и ремонта дорог. Все работы были выполнены в срок на радость водителям, а вот на Московской улице, что также вошла в программу, пока такого ровного асфальтового покрытия не наблюдается. Подобная ситуация еще на трех участках. Причина – смена подрядной организации, которая не справилась с поставленными задачами. Так, оценить ситуацию на месте прибыли депутат Мособлдумы Владимир Шапкин, депутаты районного совета и местные власти. Сегодня как раз один из элементов программы строительства дорог мы посмотрели в Загорянке. Почему в Загорянке? Потому что, к сожалению, вот из всего Щелковского района в Загорянке снова задержка по вот дорогам, которые запланированы в этом году. Там неразбериха с подрядчиками, несостоявшиеся конкурсные процедуры. Но я думаю, что на сегодня все выправили ситуацию. Все работы были разделены на два контракта. Один исполнен в полном объеме, это было отремонтировано 5 дорог. Полностью, как бы говорю, контракт исполнен, все подрядчики, соответственно, отчитались и работы были оплачены. И вот второй контракт, пришлось его по определенным причинам расторгнуть. И, следовательно, заново пришлось проводить конкурсные работы. В ближайшее время новая подрядная организация приступит к укладке асфальта. На сегодняшний день уже выполнены подготовительные работы. Дороги, которые были запланированы на этот год отремонтировать и положить новые, будут доделаны, достроены в срок до 1 ноября. У нас еще есть 2 недели, погода нам дает возможность, то есть не будет ни морозов, мы положим асфальт в нормальные условия. Всего же в программу вошли 3,5 километра дорожного полотна. Недоделанные же участки остаются на контроле. Анна Балиет, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».